137 квартире по адресу Московская 191-137, либо не установлен домофон, либо никто не живет, потому что выдает ошибку. Давайте еще посмотрим. Квартира 122-165, то есть подъезд правильный. Звоним в квартиру 149. То же самое. Либо не установлен домофон, либо никто не живет. Квартира 141. Тоже никто. Сто шестьдесят первая квартира. Сто шестьдесят пятая квартира. По всей видимости, в подъезде еще никто не живет. Попробуем сейчас на 45-ю квартиру. Это одна из последних квартир, которая в этом подъезде. То же самое. Можно сделать вывод, что в этом подъезде либо никто не живет, либо не установлены домофоны, дверь не открывается, то есть попасть невозможно. Можно попробовать ради интереса позвонить в другой подъезд. Возьмем, допустим, квартиру 175. Звонок идет, по всей видимости, все-таки в квартире кто-то есть. Ну а сейчас дома никого нет. Правда, видно, что идет ремонт еще в подъездах, но в подъездах люди живут, то есть в квартирах люди живут. Подключен интернет, работает лифт. И... 137, Московская 191, одна из тех, которую якобы незаконно продали на аукционе. Квартира закрыта, никто не живет, но дверь установлена капитальная. Получается, все квартиры, которые были проданы, все 8 квартир, они находятся в углу, то есть торцевые. И, как говорят жильцы, это двухкомнатная квартира. Вечером в этом торце ни разу не загорелся свет. Живые подъезды. Вот там стоит детский велосипед, зонты. Попробуем позвонить в другую квартиру. Видно, что квартира живая. Скорее всего, никого никто не дома. По информации жильцов, именно вот эта трехкомнатная квартира на 12 этаже, в 6 подъезде, якобы принадлежит Генеральной прокуратуре. Как? Квартира номер 241. Одна из квартир на 12 этаже, рядом с квартирой, которая якобы принадлежит Генеральной прокуратуре. Вот примерно так она выглядит. То есть четырехкомнатная квартира. Похоже друг другу под паровое отопление еще, под подведенные коммуникации. Как рассказывают жильцы, которые уже живут в квартирах, дом еще не полностью подключен к коммуникациям, нет газа, перебои с отоплением. В прошлом году зимой они жаловались на недостаточное тепло в квартирах, но горячая холодная вода есть, лифт работает, электричество подключено.